Парад состоится у монумента славы и знаменный взвод губернаторского казачьего кадетского корпуса примет в нем участие. Последние годы это стало традицией. В этом году программу показательных выступлений обновили. Людмила Воробьева в параде будет участвовать второй раз. Девушка рассказывает, как впервые выступала перед ветеранами. Смотришь на них, то, что у них слезы от радости, то, что это время прошло уже, то, что это победа для них и для нас, волнение уходит. Я хочу сказать ветеранам большое спасибо за то, что они защитили нашу родину и дали возможность нам сейчас жить в мире и процветании. Для Михаила Кропачева и для большинства этих ребят участие в параде будет первым. Заметим, в знаменный взвод попадают лучшие кадеты. Они еще ни разу не выступали на публике, где было очень много народу. Выступления отдельные были, но вот столь массово и значимого события у них еще первый раз будет. Репетиции предстоят по 2 часа ежедневно. В День Победы программа должна быть идеальной. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.